Всем привет, с вами Лайфер, и сегодня у нас реакция на Hunter x Hunter первая серия. Ну что ж, давайте начнем. Так. Ужасные чудовища. И необычные звери. Надо... Несметные богатства. Опа. И клады. Хантеры. Эпизод первый. Отплытие и друзья. Китовый остров. О! Нормальная шляпка. Он все еще владыку озера ловит? Ну, да. Уже неделю без отдыха. Ты же обещала отпустить его на экзамен на Хантера, если поймает, да? Дурак? Пять мужиков из озера эту тварь хрен вытянули. Куда же уж тут ребенку справиться? Мито просто не хочет, чтобы он экзамен сдавал. Так ведь его бате столько же было, когда он его выловил. Да без толку. Ого, это что за рыбка такая? Нехилая такая. Какая громадина! Так это владыка озера! 20 лет его никто поймать не мог! Точно, его же Гонов папаша тогда выловил! Мито! Я его поймал, как и договаривались! Можно мне теперь на экзамен на Хантера ехать? Да? Сейчас такая, нет. Я из кожи вон вылезу, но стану Хантером! Похоже, это у них в крови. Последним, кто выловил владыку, был Гин. Ему тогда 12 лет всего было. Не в наших силах его тут больше удерживать. Гон, ты уверен? Да. Отец тебя оставил, когда ты был совсем маленьким. Чтобы стать Хантером? Да, я знаю. Он тебя бросил ради своей работы. Правда круто? Что? Чё? Быть Хантером так круто, что он даже ребенка бросил. Да. Знаешь ли, это тебе не игрушки. Ты там в любой момент умереть можешь. Да уж. Понимаешь хоть? Не-а. Но я хочу узнать. Я хочу стать Хантером и понять, почему папа так дорожил своей работой. Я обязательно сдам экзамен. И тогда я стану настоящим Хантером. Обещай лучше, что целым вернешься. Договорились? Ага, договорились. На мизинцах я клянусь, кто нарушит обещание, тому тысячи иголок будет угощением. Скрепляем чмок. Я стану лучшим Хантером на свете. И когда я им стану, обязательно к вам вернусь. Короче, все, One Piece начинается. Корабль, море. Лучшим на свете, говоришь? А малой-то нас ни в горош не ставит. Год из года целая тьма умельцев пытается сдать экзамен. Удается лишь малой горстке. Так что подержал бы ты язык за зубами, парень. Буря жуткая будет. Точно говорю. Я ее чую. Вот так паренек. Его взгляд! Не может быть! Капитан! Мачта ходуном ходит! Давайте паруса опустим! С ума сошел!
Веселье только начинается. Веселье? Для него это веселье? Фига волна. Понеслась. Все слегли. Слабаки. А еще в экзамене участвовать хотели. Вот именно. Куром насмех. Вот, целебная травка. Пожуйте, сразу же полегчает. Воды. Потерпите, сейчас принесут. Тот паренек. Ух, и кислые же. Я Гон. Меня зовут Куропика. А я Леорио. И почему вы хотите стать хантерами? Эй, хватит вопросы задавать. Тоже мне экзаменатор нашелся. Трудно, что ли, ответить? У меня папа хантер. И я уплыл с китового острова ради того, чтобы узнать, почему он так хотел им быть. Китовый остров. Он и правда сын Гина. Откуда его знает? Приходит час пробил. Эй, ты, мелкий! А? Нечего на его вопросы отвечать. Чего так? Мы же все равно здесь. Только о себе и думаешь, да? Я вот не хочу свои причины выкладывать. Знаешь, Леорио, я с тобой согласен. Чё? Эй, ты же младше меня! Прояви уважение! Но чтобы не отвечать на неудобные вопросы, достаточно просто убедительно соврать. Эй, ты меня слушаешь? Однако слишком унизительно полагаться на ложь. С другой стороны, если я отвечу честно, то раскрою свои самые сокровенные тайны. И потому отвечать я не буду. Эй, парень, я с тобой разговариваю. То есть ответа я от вас не дождусь? Эй, Кацу! Да, капитан? Сообщи экзаменационной комиссии, что у нас еще двое выбывших. Вы о чем? Че, так и не въехали? Экзамен на Хантера уже начался. Что? Желающих стать Хантерами, что звезд в небе? У экзаменующих нет ни времени, ни возможности оценить их всех. И чтобы отсеять лишних, они нанимают людей вроде меня. Я уже уведомил комиссию, что остальные мои пассажиры экзамен провалили. Раз уж от слабенького шторма полегли, то на более поздних этапах экзамена им ловить вообще нечего. Логично. Так что в главном экзамене вы будете участвовать только если я разрешу. Хорошенько подумайте, прежде чем ответ давать. Такие дела. И я хочу стать хантером, чтобы отомстить призрачному отряду. Охотником за головами будешь? За призрачный отряд награда класса А назначена. Даже самым натарелым хантером к ним не подступиться. Ты только жизни зазря лишишься. Смерти я не боюсь. Я страшусь лишь того. Ну, как бы, это его право. Его семью всю поубивали. И это его право мстить. И как бы никому другому вообще, то есть, не имеет права, то есть, решать за него. Что моя ярость со временем угаснет. А вы почему хотите хантером стать? Я-то выражусь предельно ясно. Ради наживы. С деньгами ты получишь все, что угодно. Понятно. Огромный дом. Крутую тачку. Вкуснющую выпивку. Жаль, только манеры ты за деньги не купишь. Да, Леорио? Покончим с твоей семейкой раз и навсегда. Следи за словами, Леорио. Возьми их обратно. Сказал же, на вы. Эй, парни! Мы еще не закончили! Сейчас что, разборки начнутся, серьезно?
Тетка мне как-то сказала. Если хочешь узнать человека, прежде всего пойми, что его выводит из себя. Им сейчас очень важно понять, почему они злятся. Так что пускай сами разбираются. Забери свои слова обратно. Тогда я тебя прощу, Леорио. Сколько тебе повторять? Старших надо уважать. И слова свои я не заберу. О, блин, ножичек достал, нифига себе. Черт! Еще такая музыка. Ну ты балбес! Если б мы тебя не поймали, ты бы сейчас акул кормил. Боже ты мой, вообще не думает. Так поймали ведь? Успели меня схватить? Ну, это-то да. Это да, это да. Гон, спасибо. Я тебе жизнью обязан. Один я бы не справился. Они тоже тебя спасли. Очень признателен. Ну что, ты можешь не благодарить? Ну, слава богу, живым остался. Да, извините, мне в руку пора. Ты чего? Вы уж извините мою бестактность. Ладно, Леорио. О, уважительно. Ну и перемены. Будто и незнакомы. Давай на ты, что ли? Ничего страшного. Ты меня тоже извини. Беру обратно все, что сказал. Мне очень жаль. Ладно, забудем. Черт подери, вы мне нравитесь. Решено. Отвезу вас в ближайший к месту проведения экзамена порт. Правда? А как же проверка? Я ведь сказал, решение здесь я принимаю. Так что проверку вы прошли. Ура! Так и началось приключение Гона. Он пошел по стопам отца и решил стать хантером. Продолжение следует. Перевод на русский. Ох ты ж, аж вебку сдвинул. Ну что ж, это было прикольно. Что ж, ей. Буду дальше смотреть. Я сначала думал, что типа посмотрю, если не понравится, то не буду дальше смотреть. Но нет, мне понравилась первая серия. Ну что ж, все, значит, буду дальше смотреть. Ну что ж, с вами был Лафер. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на Бусти. Там реакции выходят без вырезок. Ну что ж, всем пока, да.